Сможешь ли ты вспомнить биографию известных ученых, рассказать об их открытиях или даже отгадать пословицу, написанную по латыни в зеркальном отражении? Перед этими задачами оказались студенты и аспиранты Казанского федерального университета, участники третьего этапа конкурса «Знаешь ли ты историю Альма-Матер», который прошел в формате квеста. Впервые в этом году конкурс проходил в три этапа. Первый – онлайн-этап, где ребята должны были проверить свои элементарные знания по истории Казанского университета. Второй этап проходил в музее истории, где они выступали перед жюри, показывали свои знания о деятелях Казанского университета, открытиях. Квест прошел на территории университетского комплекса. Участники команд выполняли задания на различных локациях, в том числе и в музеях КФУ. Присылали фото и видеоответы на задания. Призы будут очень серьезные. Первая команда, которая займет первое место, она в качестве награды получит поездку в Петербург. Второе и третье место команды поедут в Свияжск и побывают во всех музеях этого объекта, который включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Теперь, когда команды прошли все задания, будут подсчитываться баллы, и уже через неделю состоится награждение победителей. Очень понравилось. Было очень много разных заданий на знания не только истории КФУ, но и ботаники, геологии и других вещей. Мне очень понравилось, что данный квест такой высокой целью облагорожен, как применение знаний истории, а если не знаешь, то добываешь их. Было очень классно, было очень интересно поучаствовать в этом конкурсе. Было насыщенно, было бодро, было быстро, было чертовски интересно. Спасибо большое всем организаторам. Диана Желенкова, Ленардо Влетяров, Универньюз.